У всех народов разные пути. И цели, и запросы, и желания. А у Руси есть Божие призвание Небесное Отечество найти. Ищите прежде небо только так, и все земное вскоре Бог приложит. А коль сперва всю землю в сердце вложишь, то небо не приложится никак. Святая Русь святую, может, не была, но всей душой стремилась к этому, а потому и расцвела. Покровом Божиим согретая и по всему лицу земли воздвигла свечи златоглавые и церкви, и монастыри. Дыша святою верой правою, а в первый век на первых тех порах приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных в путях Господнего водительства. Княгиня Ольга, окрестясь в Царьграде в веру православную, душой для Бога родилась. Познав, что это в жизни главное, подобно Ольге утренней заре, что возвещает ночи окончанье, язычество уходит одичанье, на смертном уж лежит оно одре. Окончилась духовной ночи власть, забрезжил свет на русском небосводе, и над страною красно солнышко восходит. Креститель всей Руси Владимир князь. А веру князь искал не только для себя, но для всего народа русского, бездушных идолов сгубя. Избрал креста дорогу узкую, а те, кто нынче во князьях, у них проблема постоянная, Христово имя на устах, а в сердце идолы поганые. Владимир был в язычестве таков, жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит, по вере, чудеса. В Корсуне он ослеп, потом крестился, душой и телом князь преобразился. Прозрели вместе сердце и глаза. Как видим, Русь искала веру не спеша. Не то, что нынче современники, из-за подачки иль гроша вручают души проповедникам. Державный князь чужих прогнал, ведь был он мудрым и разборчивым, и лишь жемчужину избрал. Бесквернны или червоточины, и вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, в ней Дух Святой доныне не угас.
пришел народ на русский Иордан. Стряхнув сердец былую ложь и гнилость, и небо в этот час с землею слилось. Такой великий дар ей Богом дан. Воскресла Русь и дальше шла путем иным. В объятья неба необъятного Русь третий и последний Рим. Огня преемник благодатного, ей злоба вражья не страшна, ни современная, ни давняя, пока жива ее душа. Святая вера православная, ей злоба вражья не страшна, ни современная, ни давняя, пока жива ее душа. Святая вера православная.